40 тысяч рублей в качестве поощрения получит студент МРТК в Мирном. Влад Внуков, учащийся 4 курса колледжа, заслужил грант главы республики. За какие достижения отметили парни на республиканском уровне в сюжете Романа Муконина. 4 года назад Влад Внуков выбрал для своего обучения Мирнинский региональный технический колледж. И в своем решении он не ошибся. Сегодня Влад – гордость учебного заведения. Овладевая специальностями, он делает упор на производственную практику, добиваясь отличных результатов. Благодаря своему стремлению к знаниям, он уже обладатель стипендии правительства России. Теперь его решили отметить и на республиканском уровне – денежным грантом главы Якутии. Он у нас уже студент 4 курса, он выпускается, кандидат на красный диплом или диплом с отличием. Вот все-таки да, на протяжении 4 лет учиться только на одни четверки, пятерки для студента – это большая задача. И вместе не только он учится отлично, но он также в стенах колледжа осваивает несколько дополнительных профессиональных компетенций. Обучается Влад по специальности техник-электрик, но этого ему мало. Параллельно осваивает электромонтажные работы, профессию наладчика КПА и сварщика. Команда МРТК с его участием победила лучших сварщиков всех 4 ГОКов Алроса. Конечно, с работниками тягаться очень тяжело. У них опыт и знания больше, чем у нас. Но мы старались как могли и не давали уж такую большую фору им. После было участие во всероссийских конкурсах мирового движения рабочих специальностей WorldSkills. Где бы ни проходили эти престижные турниры, команда МРТК по сварке становилась абсолютным чемпионом. Благодаря победам Влада и его напарников, Министерство развития Дальнего Востока планирует создать на базе МРТК Дальневосточный подготовительный центр по сварочным технологиям. И, может быть, именно наш герой будет преподавать там, новому поколению студентов. Роман Муконин, Василий Потапов, телеканал «Алмазный край».